Она просто блин. Пустошила несколько холодильников. Она тебя гипнотизирует, понимаешь? Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусь Санёк, Уга-Буга, Кирилл Геймер, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Наконец-то здравствуйте. Ребятушки, наконец-то мы нашли эту карту, где аниматроники ходят. Из себя текущий приятного аппетита, а мы начинаем прохождение FNAF 1. Погнали. Так что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ральтосики выпускаем каждый день. Смотри, побежал Фокси, быстрей. Я пошутил, он поверил. Сейчас они потихоньку начнут подкрадаться все ближе и ближе, а потом начнут возле двери прям жестко стоять и палить. Во, это первый знак, что сейчас начнет двигаться аниматроник. Слышите музыку? Да слышу, тут, блин, путаются люди под ногами. Дим, пошли пиццу поедим пока. Сейчас, вот, видите, Бонни пошел. Так. Так, не зажимай меня, блин, я боюсь, вдруг он резко побежит. Он может в нашу сторону побежать. Вот, видишь? Он в другую сторону пошел. Так, внимательно. А че он туда пошел? Дверь открывать умеет. Ха-ха! Вот это неумно. Давай рискнешь. Фокси начал активироваться. В смысле? Вы слышите Фокси? Нет. Он поет он. Да, подготовьтесь, он может резко побежать. Кто-то в офисе будьте. Ну вы скажите. Да, я скажу, я смотрю. Он не будет телепортироваться, он прямо откроется штора, и он начнет бежать. Так, надо уже теперь следить за двумя сторонами, туда и туда. Так, ты тоже следишь? Да. Всё. Давай, я буду за Фокси. Вышел Бонька. Так, идет. Я лучше не буду к нему подходить. Это очень страшный. Куда он идет? Вот дурачок. А Густонек, наверное, всрался, да? Нет, я сижу за офисом. Все правильно. Только камеры не трать энергию, я буду говорить все. А сколько время показывают там на дисплее? Сколько? 4 часа утра. Так быстро? Че ночь так быстро проходит? Не знаю. Камера заключила. А значит, они сейчас начнут двигаться. Бонни пошел в вашу сторону. Идет к вам. Так, уйди. Блин, я теперь боюсь, чтобы мы не проиграли. Так, сейчас смотри, сейчас будет другой аниматроник начинать идти. Так всегда делают, они начинают путать нас. Так, следим. Сейчас, наверное, Бонни, или Чика, или Фредди пойдет. Сейчас Чика пойдет, по-любому. Ты думаешь? Да, Чика пошла. Так, ну нафиг, я боюсь. Кстати, Чика намного быстрее, чем Бонни. Опа. Бонни, похоже, возвращается. Я вроде слышу, как Бонни идет. Блин, а если они меня окружат? Убежим в столовую. Да? Ты боишься? Да. Так она бывает, знаешь, что делает Чика? Она заходит сюда и начинает холодильником тарахтеть. Так, Бонька встал за нашу левую дверь сзади. Музыка включилась. Что, бегаем? Так, да, это значит знак, что сейчас еще один аниматроник, скорее всего, упадет. Или Фокси побежит. Следим. За Фокси следим. В кабинете. У нас энергии достаточно. У нас достаточно энергии, мы можем просто закрыться в офисе. Да? Закроемся. Ну да, когда уже кто-то пойдет резко, а может закройте там, где сторона Бонни, закройте? Да не, у нас много энергии. Да не, вдруг он резко зайдет. Чика идет. Тихо. Она к нам идет? Опа, пошла в ту сторону. Все нормально. Ой, it's me. It's me. Сейчас Golden Freddy появится как? Нет, тут нема, кстати, его. Я, похоже, Фокси выйдет. Ну, ё-моё, бумажки эти. Бонни идет. Так, внимательно. Так. Остановился, думает. Так. Мы прошли так быстро? Да. Мне кажется, вы включили режим фаст. Да это Гусанёк включил. Ну, Гусанёк. Все, и все в комментариях пишут, Гусанёк. Не надо это ничего ему писать, то сейчас напишут опять оскорбление. Да не, нормально. Это, кстати, была пробная ночь. Давай теперь ставь хард. Все. А это седьмая ночь. Седьмая ночь? Ай, кто меня кто включил седьмую ночь? Ты. Ты вроде не нажимал ни те семерку, ты чё? Ну... Это странно. Ну все, ребята, это хард и седьмая ночь. Чика. Нифига себе, это чё так... Они одновременно начали атаковать. Значит, сейчас Фокси побежит, кто-то стойте там. Нет, Фокси еще не высовывается из-за этого. Чика живёт, смотри, иди, посмотри, Чика хавает. Идет, отойди. Она блин, сидит? Не перегораживай, карта какая-то тонкая очень, надо быть внимательной. Бонька идет.
Блин, музыка такая здесь стрёмная. Ой, Фокси выглядит... А, нет, мне показалось. Чика. Чика быстрее ходит. Да, она идёт. Идёт. Все, встала, я контролирую, все четко. Ого, Фокси побежал. Смотри, сейчас будем его руки видеть. Так, смотри. Фокси стоит. А, такой звук, будто Фокси побежал. А это Чика ходит. Ага, понял. А у нас обе двери закрыты. Да? Да. Открывать? Не-не-не-не-не. Бонька уходит, можете открывать одну. Слева открывать? Да. А, Чика смотрит в правое окно. Отлично, все, хотя бы одну дверь открыли. Опять Бонька идет Бонька ушел. Все, я вижу, с левой стороны я все чекаю, пока мне что. Надеюсь, мы затащим. Камеру сломал, камеру. Ой, ёбарасоте. Да не бойся, это все нормально, ты должен умереть. Да она пошла на меня, это Чика. Короче, жирный. Делаем ставки, пройдем мы эту ночь или нет. Вот просто, мне кажется, сложно будет, пацаны, но возможно же. Ну да. Возможно. Ну вот справа дверь пока нельзя открывать, можно открыть справа. Не, ну если энергии дадут. Чика опять на кухне бьется своей башкой. А, все, давай, открывай справа. Все, Бонька, там, скрывайте дверь, около вас Бонька. У меня закрыто слева. Я все чекаю. Она там стоит. Фокси поет. Так, а ну как Чика же... Чика идет к вам. Так, стоит, видите? Стоит Чика, да, у двери уже. Когда, вот так вот. Блин, не она видно, ну как посмотреть? А ну включите кнопку там. Бонька опять к вам идет. Пацаны, такое ощущение, что мы не затащим. Вот там мне что-то складывается сразу плохое впечатление, что будет очень сложно. Дим, ты посмотри, сколько у нас энергии и это... А энергии еще много? Да. Офигеть, я думал, тут энергия быстро садится. А, ну все, давайте тогда шкериться, да? А что делать? Мне кажется, Саня что-то там подрубил. Да нет. Ничего не подрубал. Не-не-не, она ж села уже, видишь, уже тут были палочки вначале, уже нету. Да. Так я не в офисе, я в этом, в главном зале. А, нет, осторожно. Ничего не подрубил. Ну че ты там немножко... Фокси стартует, а Фокси активировался. О, сейчас мы его, кстати, увидим. О. Внимательно на дверь. Он бежит? Если что, наш жмешь. Нет, пока что... А, он уже бежит, я его уже ожидаю. Так, а что справа? Можно открыть справа калитку? Опять этих. Слышу. О, Чика к вам пошла. Она холодильник тряснула и к нам побежала, да? Да, она уже стоит около вашей двери. А что вы говорите, Фокс активировался, если он просто стоит? Он ничего не делает. Не, он активировался, он глаз открыл. Его даже видно не было, сейчас он типа выглядывает. Бонька хитрец. Бонька у нас хитрец, ходит туда-сюда. Так, кролик. Это что, уже 4 часа, мы сейчас опять пройдем ночь? Так это же хард, и 7-я ночь, вы чё? Я думал, будет сложнее. Давай тогда, это, Soul Knights и... Подождите, мы еще не прошли, можем... Фокси сейчас будет бежать. Кстати, когда Фокси приходит, энергия отнимается, смотрите. Вот, смотрите. А, он еще не бежит. Да вы задрали, активируется, он не бежит же. Я уже боюсь. Просто мне интересно. Как вы думаете, если он ударится об дверь, энергия потратится? О, бежит. О, слышим, бежит. Слышим. Энергия, видели, потратилась? Все, побежало. У нас уже меньше половины, еще час. Если он еще раз прибежит, то в принципе можем слиться. Не, ну нормально. Все, тупо шкеримся. До последнего. Чё-то Фредди не идет. Да Фредди, он старенький просто. Куда ему ходить? У нас же еще стоит Fast Night, да? Типа быстрая ночь или нет? Да нет, вроде Default ночь. Ага, ну, понял. А давайте посмотрим. О, пришел, опять энергия потратилась. Нет, Фокс так стоит. Так что еще, может, и сольемся. А Чика ушла? Нет, Чика стоит около вашей двери. И Бонни. А Бонька ушел в главный зал. Вот он стоит тут. Можете открыть уже. Можно? Ну, да. Нет, Бонька возвращается к вам. Так а как все? Так-то быстро? Есть, мы прошли. Все, сейчас мы подрубаем самое сложное, что здесь есть. Ну все, сейчас проверим. О, опять 7-я ночь. Ой, страшно. О, Дима, к тебе Чика поперлась биться башкой своей. Да, слышишь? Вон она жрет. В холодильнике еду ест. Она наши запасы съедает. Ну да, вот блин, всю нашу пиццу съела. Это не холодильник, а печка. Идет. Что, закрывать?
Видите, я в тебе включил, что видно все. О, Бонька тут справа. Да-да-да, я немножко облегчил нам жизнь, что было интереснее. Типа, но все равно мы проиграем эту ночь. О, фокси. То есть ты имеешь в виду, что ты выставил, чтобы нам было видно без этого? Ну да-да-да, видишь, дверь, теперь видно. Там стоит. Да. Ну, хорошо. Она там стоит. Я вам больше скажу, Фокси сейчас это активировался, и в любой момент он может побежать. Да? Да. Это же вон глаз моргает. О, побежал. Как? А, не, стоит. В свою позу встал, чтобы побежать резко. Эй, кто выключил камеру? Побежал. Все, ну мы наблюдаем, как он прибежит сейчас. Опа. Стучится. А, мало энергии тратится. Как палочки одной. Ой, вот, они смотри, смотрит, Тим, смотри, смотрит. Все. Ушла. А, Чика, да? Обиделась. Можно открыть или нет? Пробуй. Все нормально. Все по феншую, пацаны. Мы затащим. Только 12 часов. Ну да, что тут играть? Детский садик. О. Чика жрет, я слышу. Тарахтит кастрюлями. А че она такая голодная, как гусанек? Чика уже стоит. Нифига себе, она кушает быстро. Ну, я не знаю, как она быстро... Фокси, Фокси. Готовьтесь, Фокси сейчас побежит. Да, смотрим. Да тут уже Бонька идет, поэтому я закрыл дверь. Так, Чика стоит, я вижу ее руку. Сейчас посмотрим. Дуэль у нас. Кто быстрее побежит, а я должен закрыть. Я победил. Молодец. Фокси бежит. А дверь закрыта, дверь закрыта. Он с Бонькой там... Опа, еще палочка потратилась. Видел? Все по таймингу идет. То есть он каждый час будет два раза активироваться. Отойди. Да. Смотрит. Сейчас уйдет. Такая тишина, все именно в ожидании убийств. Аниматроники нам энергию забирают. Ты думаешь? О, смотрит. Да, вот это у него взгляд стрёмный. Так, Супонька ушел. Фокси не идет? Нет. Ну ты-то Фокси, она стрёмная. Смотрит в камеру. Прям на меня смотрит. Короче, пацаны, все, Чика обиделась, можно калитку открывать. Опять хавать пошла. На кухню пошла. Да, она какая-то дурная. Третий раз, да, уже кушает? Кстати, к вам, у Фокси сейчас будет бежать. Отлично, молодец, так, правильно. Будет. Лучше, знаете, предостеречься. Я думаю, она весь холодильник сожрет. Ты думаешь? Бонька еще к вам идет. Да, я веса набрала. Тогда кабаниха. Опа! Да она просто опустошила... Блин. Опустошила несколько холодильников. Она тебя гипнотизирует, понимаешь? Чтоб обиделась. Дверь открыл. Так, все, открывайте дверь. О, Фредди поет. Открывать? Нет, это Фокси поет. А, Фокси опять. Тут получается 4 аниматроника всего? Да. Ну да. Ну все, это по канону. Это... Да. Это ведь первый FNAF, а не прошлый. СМИ. Ну пока мисс легко. Чика бежит. Ну нафиг. Одновременно и Бонька пошел. А Фредди где? Ой, Фредди музыку свою пустил. Опа, Фокси, Фокси готов. Сколько энергии? Все нормально, все, пройдем. Половина. Блин, энергия. А всего 2 часа ночи надо было все-таки на дефолт ставить. А чего? Мы сейчас проиграем. А, слышишь? Мы должны четко играть. Не, мне кажется, все правильно. Все так и должно быть. Мы там хотим хардкор, или ты хочешь детский садик, или ты хочешь пройти именно максимальную сложность. Это интересно. Я боюсь. Я думаю, что это... Да не ссы, я так 100 раз сделал и проиграл. Ой, выигрывал всегда. Ну, Чика ушла. Можно открывать. Так, все хорошо. Блин, ну она много раз приходила уже сегодня, раз 5. А кто там с фонариком бегает, я вижу вдалеке? Это наш. Кирилл. Это Кирилл. Ты не ссышь, если ты проиграешь, мы все вчетвером умрем. Сразу. Так и на столе они меня не достанут. Ты просто бы гейм-овер сразу будет и все. Должны все именно четко, никто не должен проиграть и офис защищать. А Фокси сейчас побежит. Да? Все, закрывай калитку. Бежит? Бежит. Чика. И Бонни. Он сейчас, наверное, какую-то часть только отнимает. Ну нафиг, я закрываю. Все, прибежала, вовремя я закрыл. Все вообще, я уже чувствую ее и ту неадекватную аниматрониху. Мне кажется, если сейчас открою дверь, как вы думаете, она убьет меня или нет? Не надо. Да. Нет. Да я проверял, я не буду открывать. Опять вот этот взгляд ее очень неадекватный, я ее даже боюсь. Фокси сейчас будет бежать. Да?
Да, опять. Пацаны, а что-то у нас энергии совсем печально. Вам не кажется? Вот такая вот ночь. Все, а там стоит слева кто-то у нас? Ну, да. Сейчас все. Бежит. Мы сольемся, пацаны. Да, мы зря знаем. Вы держите. Сейчас сразу открывай двери, когда он уходит. Все, открывай. А теперь можно закрывать. А на этой карте энергию не перезапустишь. Нет, какой? А может можно? А, можно! Я пошел. Быстрее. Эй, Дима, спасай нас. Сейчас, я найду. А это не я он? Я не нашел. Вот. Давай. Не нажимается, пацаны, поломалась кнопка. Аниматроники вывели ее из строя. Тут была кнопка, я помню, нажимаешь и перезапускается энергия. А может надо сюда попасть как-то? Генератор? А вот, тут какой-то ход. Вот еще. Вот, что-то есть. Нажимайте куда-то. Да нажми все кнопки. Фокси бежит. Закрывайте калитку. Успели. Ну блин, ну я говорю, к Фокси бежит. Так, а нет, мы закрыли дверь. Мы закрыли. А он нас убил. Энергия села, я слышал по звуку. Да. Энергия. И что, мы проиграли? Ну да, потому что Soul Knights стояла. Я вообще знаю, из-за чего мы проиграли. Гусанёк, ну догадайся, из-за кого мы проиграли? Правильно, из-за Уга-Буга. Ну что ты сделал? А что я сделал? Если понравилась эта серия и как мы на ней слились, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!